центре Стамбула есть необычная обожженная колонна. Она и в пожаре не горит, и при землетрясениях не падает. Меня зовут Руслан Досаев, вы на моем канале, здесь интересно о Стамбуле и не только. Подписывайтесь и лайкайте. Колонна Константина. Установлена в 328 году, состоит из порфирных блоков и на момент установки была высотой 50 метров. На вершине ее была статуя императора Константина в виде бога Аполлона. В 12 веке статую сменили на крест. При взятии Константинополя османы крест сняли, но колонну не тронули. Колонна Константина пережила два сильнейших пожара, спаливших весь центр Стамбула, и 7 крупнейших землетрясений, но уцелела. Турки укрепили колонну металлическими обручами, что и дало ей местное название Чемберлитаж – камень с обручами.